Коллеги и друзья Кирилла Толмацка кого до сих пор не могут поверить, что он столь рано ушел из жизни в ночь со 2 на 3 февраля до ЦЛУ внезапно стало плохо после концерта на частной вечеринке в одном из ночных клубов Ижевска. Рэпер ушел в гримерку, где потерял сознание. Прибывшая бригада скорой помощи пыталась реанимировать Толмацка кого. Медики сделали ему укол адреналина, однако спасти Кирилла так и не удалось. Врачам оставалось лишь констатировать смерть. В среду 6 февраля состоялась церемония прощания и похороны Децла. Его тело предали земле на Пятницком кладбище в Москве. Больше по теме Децла в юности пытался подсадить на дух Тимати многие коллеги и друзья Толмацка, кого до сих пор не могут поверить, что он столь рано ушел. По их словам, Кирилла нельзя было отнести к артистам, которые ведут нездоровый образ жизни. Так, Наталья Андрейченко рассказывает, что незадолго до случившегося Децл планировал поехать с концертами в Нью-Йорк, а постепенно и перебраться в США. О смерти Кирилла мне сообщил сын, я была в шоке. Каждый день говорю по телефону с его мамой Ириной. С самим Децлом тоже общалась буквально за неделю до трагедии, рекомендовала ему продюсера в Америке. Хоть Кирилл и обожал Россию, мечтал в будущем перебраться в Штаты, цитирует актрису Стархит. Кроме того, рэпер собирался презентовать новый альбом «Метем», «Психоз 2», который готовил несколько лет. Клип на одну из песен с пластинки как раз опубликовала на YouTube-канале в день похорон Толмацка, кого его жена. За сутки ролик набрал более 700 тысяч просмотров. Несмотря на то, что Децл в последние годы был не настолько популярен, как, например, в 90-е и нулевые, он старался помогать молодым артистам. Децл хотел создать некое объединение из рэперов, чтобы заявить о себе в Европе, однако столь грандиозным планом, увы, так и не суждено было сбыться. У Толмацка кого, жизнь которого трагически оборвалась в 35 лет, остались жена Юлия и сын-подросток Антоний.